Так, всем привет, друзья. Всем привет, мои подписчики. Хочу дать прогноз на бой Харитонова и Уильямса. 11 сентября в 22:00 в Химках состоится боксерский вечер. Со главным событием будет бой Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса. Так, теперь коротко о бойцах. Сергей – боец смешанных единоборств и бывший кикбоксер. В профессиональном боксе он никогда не выступал, и 11 сентября состоится его дебют. При этом в ММА Харитонов стал одним из самых успешных представителей России. 40-летний тяжеловес провел 39 боев и одержал 30 побед. Сергей выиграл у Мурило Руа, Сэмми Схилта, Педро Ризо, помните, да, с Федором, который бился? Так, Фабрицио Вердума, Алистара Оверима, Андрея Орловского, Роя Нельсона и Мэтта Митриона. Также его соперник Дэнни, 47-летний американский боец, выступающий в профессиональном боксе с октября 1995 года. Уильямс никогда звезд с неба не хватал, но получил известность из-за победы над Майком Тайсоном в 2004 году. Позже американец побеждал Одли Харрисона, Мэтта Скелтона и так далее. Виталия Кличко даже. Даже сам не знал. Дерека Чесоры. Чесор это который дал пощечину одному из братьев Кличко. В общем. Так, что касается стиля и ударной мощи. Харитонов, хотя и имеет давний опыт выступления в любительском боксе, далек от этого спорта на сегодняшний день. Очень далек. Своим последним успехом в ММА он обязан скорее навыкам муай-тай. Сергей обладает хорошим ударом и нокаутировал в смешанных единоборствах 20 противников. Правда, в 10 унцевых перчатках. Ударная мощь россиянина давно снизилась, так как у него возраст совсем другой. Что касается Уильямса, значительно старше Харитонова и находится не в форме. Дэнни продолжает выходить в ринг из-за денег. За свою 15-летнюю профессиональную карьеру 47-летний американец побывал в 15 нокаутах, но и сам отправил туда 41 соперника. Так, боевой вес Уильямса достигает 131 килограмма, хотя в последних трех боях не превышал 115 килограмм. Что я хочу сказать, друзья мои? На этот бой хорошие коэффициенты. На Сергея Харитонова 1.17, а на Уильямса 6.50. Я почитал про Уильямса, и я думаю, что в этом противостоянии почему бы мне не рискнуть и не поставить на ударную технику. И все-таки это боксер Уильямс, Дэнни Уильямс. Почему он не выиграет? Я думаю, что он выиграет этот бой. И чисто удары у него мощные. Я думаю, я здесь рискну и поставлю на коэффициент 6.50. Пишите в комментариях, что вы думаете. Я, конечно, уважаю Сережу Харитонова. Он мой земляк с Плесецка, с Архангельска. Оттуда же, откуда и я. Но все-таки предпочтение дам Уильямсу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем побед!